Снова в мир вторгается зло. Где ты, Скричер, время пришло пробудиться. Будем биться. Как нам в батле храбрыми быть? Скричер, диски где раздобыть? В мире этом дай ответ нам. Дикий ветропоток ревет. Скричер, пламени магнушон. Взрыв энергии не померкнет на пути. Дикий солнечный заряд. Скричер, молнии разряд. Это время тьму развеять, мир спасти. Давайте, скричеры, вперед. Пусть смелость нас не подведет. В битву эту за планету сердце нас зовет. Своих друзей мы соберем. Имени скричеров найдем. И если будем вместе в битве честной, этот мир спасем. И если будем вместе в битве честной, этот мир спасем. Дикие скричеры. Кризис в городе. Добро пожаловать в команду. Развитие науки и техники делает жизнь удобней, но оно же истощает ресурсы и плохо влияет на природу. Солнышко, мы приехали. А? Ура! Мы приехали в Battle City! Это Battle City, где находится самая современная арена для скричеров и самые оживленные торговые центры. Добро пожаловать в Battle City! Столько всего вкусного! Это так круто! Булочки! Паровые булочки! Здравствуйте! Дайте мне все булочки с мясом! А? Что, все? Эй, оплатить кто будет? Господин! А? Простите, сейчас я заплачу. Братик, и тут заплати! И тут! И там тоже! Объедение! Брат, мне сейчас так хорошо! Брат, почему у меня дрожат руки? Это не руки дрожат, это земля дрожит! Брат, беги! Ага, понял! Саманта, держись! Ну все, не бойся, я держу тебя крепко. Ринго! Ринго! Брат, рука соскальзывает. Держись, Ринго, я тебя сейчас вытащу. О, нет. Разлом расширяется. Как же помочь Ринго? Сандар! Это же энергетический скричер-диск. А вы? Ты хочешь знать, кто я? Но сначала спасем твоего брата. Привет, Ксандер! Я скричер A-Strike Eagle! Сейчас я тебе помогу! Это же скричер! Брат! Брат! Помоги мне! A-Strike Eagle! Вперед! Скричер-трансформация! Кувырок-трансформация! Эйрстрайк Игл! Помоги! Ринго! Ринго! Саманта! Мама? Саманта! Мамочка! Мама! Спасибо, что спас меня, мой друг! Спасибо! Ты такой храбрый мальчик! А? Мне не сложно, я же известный скричер-гонщик. Сейчас тут опасно, вам лучше уйти. Ринго! Ты цел? Дай я посмотрю. Скажи-ка, я круто спас эту девочку? Послушай, Ринго, ты понимаешь, что мог погибнуть? Да ладно, братик, на мне не царапины. Ринго, когда спасаешь других, береги себя тоже. Ладно, братик, в следующий раз буду осторожнее. Давай поговорим о чем-то повеселее. Я, кажется, видел скричера. А! Это действительно скричер! Вы именно такие, какими вас описали. Нам точно нужен шкодливый ребенок.
же не ребенок! Ксандра, Ринго, скорее, идите за мной! Хорошо. Наконец-то я вас нашел! Ты Раф? Да, я Джансен. Опять выставишь меня злодеем? Босс, но ведь мы на самом деле злодеи. Молчи, молчи! На самом деле мы творим добро! Джансен, отдай мне своих скричеров, и я тебя пощажу. Отдать тебе скричеров? Попробуй сам отними. Деваурин Пантер, покончи с ним! Хорошо, босс. Ксандр, готовься! Я? Правильно, я же сильнейший скричер-гонщик. Airstrike Eagle, я помогу тебе! Вперед! Взять их! Чего стоишь? Нападай! Скричер трансформация! Ковирок трансформация! Деваурин Пантер! Разрывные снаряды! Игл! Деваурин Пантер! Добивай их! Ринго! Это же энергетический диск! Давай, покажи, на что ты способен, парень! Хорошо! Тогда чего ты ждешь? Ты все еще не сказал, как тебя зовут. Я, извини, Hellfire Tiger, твой новый напарник. Скричер трансформация! Уголок трансформация! Hellfire Tiger! Деваурин Пантер, что ты делаешь? Покончи с ними, быстрее! Сделаю вас! Давай, Hellfire Tiger! Hellfire Tiger! Airstrike Eagle, как ты? Я смогу сражаться! Для боя нам нужен скричер диск. А? Дым! Ну и шквал! Так тебе! Получай по заслугам! Hellfire Tiger! Как же так? Ты не мог проиграть! Сейчас я тебе покажу! А? Знаете что? У меня еще дела, мне пора... Да! Нет круче гонщиков, чем мы с тобой! Мы чуть не проиграли. Почему эта улица вдруг провалилась? О, что это? Это глаз Арканы. Он сканирует местность и находит причину проблемы. Тут неподалеку есть рудник. Похоже, его истощили. Вот и случился провал. Почва рыхлая. Руду под ней выбрали. Произошло то, что называется опадение породы. Как же теперь починить такой огромный разлом? Предоставь это нам! Скричер трансформация! Урок трансформация! Hellfire Tiger! Airstrike Eagle! Смотрите, это же маг!
магма! Hellfire Tiger связан с недрами Земли. Он призвал на поверхность магму. А теперь я! Air Strike Eagle связан с энергией ветра. От сильного ветра магма быстро застынет. О! Да, как круто! Наконец, я могу представиться. Я посланник энергии. Джансен. Посланник? Посланник? Ринго, Ксандр, Земля в опасности. Нужна ваша помощь. В опасности? А что такое случилось? Ого! Корабль с режимом невидимости! Я расскажу вам все, но уже на борту. Еще два энергетических скричер-диска, и я буду править вселенной. Лорд Абадон, мне почти удалось добыть этих скричеров. Но кто знал, что у Джансена двое помощников? И я случайно... А? Толку от тебя никакого. Я уничтожу любого, кто перейдет мне дорогу. Так зачем мы тебе понадобились? И кто такой Раф? Это он виноват в катаклизмах? Посмотрите, и все сами поймете. Человек истощает планету в угоду собственной жадности. Раф замешан по меньшей мере в трех энергетических кризисах, но заговор наверняка тянется еще дальше. Если его не остановить, последствия будут страшными. Я пробовал остановить этот кризис разными способами, но одних моих сил не хватает. Что нужно делать? Нужно найти еще 10 скричеров. Вместе мы разрешим этот глобальный кризис. 10 скричеров? Но где они? Разбросаны по всей планете. Найти их будет непросто. А что еще хуже, некоторых заполучил Раф. Пантер! Да как он мог? Да, другие скричеры в большой опасности. Только вы можете им помочь. Вы готовы к новым испытаниям? Обещаю, я найду твоих друзей, и вместе мы защитим Землю. Точно! Не волнуйся, мы обязательно справимся. Я дам вам глаз Арканы, чтобы отслеживать энергетические колебания Земли. Он может определять примерное местоположение скричеров с такой же энергией. Все верно. Именно так Джансен нашел меня и Hellfire Тайгера. Круто! Кто бы мог подумать, что на Земле осталось столько скричеров! Мы найдем их всех! Ринго, поучись сдержанности у своего брата. Ха, ты думаешь, что я много разговариваю? Ну тогда я буду молчать, вот так. Кстати, глаз Арканы может считывать данные скричеров и создавать их голографические изображения. А? Как круто! Давай попробуем, братик! Вот так... Скричер Air Strike Eagle связан с энергией ветра. Маневренный, быстрый, лучший в воздушном бою. А? Сандер, дай я попробую. Скричер Hellfire Tiger связан с энергией недр Земли. Управляет магмой и подходит для батла на суше. Вот это да! Как круто! Здорово! О, сколько места! А где тут можно поесть? Это площадка для тренировок! Энергетический диск! Ринго, Ксандр! Вы видели, какие приемы показал сегодня в бою Девауринг Пантер? Конечно! Мы из-за этих приемов чуть не продули. Не волнуйтесь, энергетический диск зверя даст приемы ничуть не хуже увиденных вами. А основных приемов у каждого скричера 3. Отлично! Да, круто! А теперь покажите, на что вы способны! А?
Хочешь, чтобы мы стреляли по мишени? В этом я настоящий эксперт. Уж очень ты многое себе возомнил. Airstrike Eagle, мы в деле. Да! Кувырок трансформация! Удар ветровок! Airstrike Eagle! Ой, это было коварно! Мишень по мне стреляет! Мишени в тире не стреляют лазерами! Ринга, сзади! Отцепитесь от меня! Оставьте меня в покое! Ринга! Чего ты ждешь? Ну хватит! Скричер, трансформация! Диск отскочил! Ого! Разве так бывает? Hellfire Tiger, вперед! У меня почти получилось! Но диск должен соединиться со скричером, когда он отскакивает. Эй, меня-то за что? Какая жалость! Ты? Так. Нам конец! Отсюда не выбраться! Надо выбираться! Разделимся и разведаем обстановку. Сандер, в лесу кто-то есть. Ой, а это кто? Сандер, берегись! Брат! Попался! Вы целы? Целы. Спасибо, Hellfire Tiger. Наконец-то я вас догнал. О нет, он бежит за Ринга. Hellfire Tiger, взять его. Сейчас. Уйди! Времени нет. Airstrike Eagle, покажи, на что ты способен. Airstrike Eagle! Удар ветра! Ого! Как круто! Ура! Победа! Earthquake Mammon! Поймал! Копот мамонта! Ринга, скорее дай мне диск! Я пытаюсь! Hellfire Tiger, давай! Я спешу! Hellfire Tiger, разлом земли! Ты кто? И зачем ты напал? Да, давай рассказывай. Ты работаешь на Рафа? Так значит, вы братья-гонщики. Очень приятно с вами познакомиться. Это мой напарник, Earthquake Mammoth. Он связан с инопланетной энергией. Он быстро принимает информацию и может предсказывать будущее.
Напарник? Вы все против нас ополчились! Эрсквейк Мамонт просто помог провести вашу тренировку! Да, вы научились по-новому передавать энергетические диски! Ринг Эксандр, у вас потрясающая новая тактика! Вы самые лучшие скричер-гонщики! А? Так ты нас с братом совсем засмущаешь! Я вижу, Ринга краснеет! Кстати, скажи, Мамонт, тебе удалось что-нибудь разузнать на разведке? Сейчас я передам все собранные данные глазу Арканы. Я обнаружил вот эту шахту. Железную руду полностью выбрали, но я тщательно все проверил и обнаружил присутствие темной энергии. Темной энергии? Теперь ясно, почему происходят кризисы. Дело в темной энергии. Внимание, внимание, энергетический кризис. Sunlight City энергетический кризис. Ксандр, Ринго, готовьтесь. Мы вылетаем. Мы готовы. Мы справимся. Мы с Эрсквейк Мамонтом изучим след темной энергии. А вы, ребята, предотвратите кризис. Да, погнали. Постой, постой. Я же до сих пор не поел. Переведено и озвучено Straight Pro в 2022 году. Роли дублировали Леон Автаев, Тихон Ефименко, Анастасия Филимонова, Ярослав Горнаев, Ислам Гамджаев, Петр Коврижных, Александра Курагина, Артем Затиев, Максим Якимов.